Я считаю, что мы мудрый народ. Мы уже поняли, что наша счастливая жизнь напрямую зависит от нас. Каждый день мы делаем выбор, так, будто искусный мастер выбирает инструмент для работы. Каждый день у нас есть огромное множество шансов поменять все к лучшему. Главное – правильно ими воспользоваться. Этой осенью у нас будет еще одна возможность шагнуть вперед. Это будет большой шаг для счастливого будущего. Будущего, которое неизменно постигнет нас и наших детей. В октябре этого года мы будем избирать нового мэра города и депутатов в городской совет. Мы должны подойти к выбору с осознанием важности собственного голоса. Мы просто обязаны выбрать надежный инструмент, с помощью которого мы будем строить наше будущее.